Россия вдвоем. Сидеть и пить простой шотландский виски и улыбаясь вспоминать о том, что где-то вдалеке грустит один аншинский. Но как скупа актерская судьба на деньги, на успех, признание таланта. Спасает лишь мозолистость горба, что превращает вас в артиста и таланта. Уже ветераном сцены, что ли, непонятно кем, но самое главное, мне хочется сказать, ну, как на острове, да, там, спасибо, там, Богу, Всевышнему. Хочется сказать спасибо тем людям, которые меня направили на эту сцену, на служение театру, на служение вам, нашим дорогим зрителям. Это Татьяна Тимонина, руководитель театра «Секрет» ДКСК. Я, кстати, пришел в 85 году именно сюда, в это здание, ДК 55 октября, в сентябре месяце. И через 10 лет практически я вернулся опять в это здание, но уже в театр «Колесо». Спасибо моему мастеру вашей группы, Глебу Борисовичу Дроздову, который выслушал меня и принял на свой курс. Поверил в меня, что из меня может выйти артист, профессиональный артист. Спасибо тем актерам, с которыми я выходил на эту сцену, у которых учился. Когда стоял вот на этой сцене рядом с ними, играя в мазурке, потом уже в спектаклях. Народный артист России Виктор Васильевич Дмитриев. Спасибо, Виктор Васильевич, если ты здесь присутствует. Народный артист России Евгений Иванович Князев. Народный артист России Наталья Степановна Дроздова, которая тоже преподавала и учила меня. Заслуженный артист России Ольга Ивановна Самарцева. Андрей Чераев. Сергей Максимов. Лена Гольна. И те ребята, молодые ребята, которые вышли на эту сцену, которые были сейчас рядом со мной в спектакле, они молодцы, вы их видели. И я рад за них, я рад тому, что у нас такая смена уже наступает на пятки, это хорошо. Правда, хорошо, это приятно. Когда талантливая молодежь выходит на эту сцену вместе с тобой, ты знаешь, что тебя поддержат любую минуту. Спасибо вам, дорогие мои зрители, я люблю вас. Но еще я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые дали мне, даровали мне жизнь, которые поддерживали меня все эти 50 лет. Моему отцу, который без времени ушел, моей маме, которая до сих пор жива и здравствует, которая всегда меня поддерживает в горе, в радости, которая всегда рядом со мной, которую я люблю. Вам спасибо тебе огромное.
тем матерям, которые дали жизнь вот этим прекрасным артистам, которые стоят на этой сцене, которые служат на театре «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Спасибо вам, матери! Самая торжественная минута, самая трудная минута. Мне дирекция и все мои коллеги, друзья, товарищи поручили. Хороший ты актер, Андрюш. Но, чтобы ты не останавливался, нужно произвести какие-то вот кое-какие манипуляции. Будьте любезны, стульчик. Нет, вот стульчик. Сейчас, секундочку. Не тебе, стульчик, чтобы ты не упал. Вот, спасибо. Садись, Андрюш, садись. Чтобы ты не останавливался в развитии, они мне поручили сделать кое-какие вещи. Считай! Его поднять и показать ему Москву. Красивая! Вот забудь туда дорогу, здесь много работы. Андрюша! Желаю тебе здоровья, счастья, благополучия. За третье десятилетие хороших тебе ролей. И в театре, и в кино. Разбери! И четвертый. Люби своих друзей, товарищей. Не забывай. Я вижу, ты любишь свою маму. Тещу не забывай любить. Свою жену Жанночку не забывай. Так, люби. Люби! И на пятый десятилетие. Ты знаешь, Андрюш, все столпы, основатели театра, Станиславский, Немирович Данченко, Глеб Борисович, они ушли, но они за нами наблюдают. И вот я тебе желаю, чтобы оттуда они тебе всегда на каждую твою работу говорили. Ей! А это шестой! Ее! Спасибо! Звезды полночи до самой.
что-нибудь поговорим. До звездной помощи достанусь. Мне снова детство подари. Которую люблю и обожаю, которая всегда меня поддерживает во всех моих начинаниях.